Организация бюджетного процесса в Сургутском районе вновь получила высокую оценку окружного правительства. В ходе заседания региональных властей принято решение о предоставлении дотаций муниципальным образованиям по итогам 2021 года. В числе 5 районов, которые получат материальную поддержку – Белоярский, Сургутский, Кандинский, Нефтеюганский, Нижневартовский. И 6 городских округов – Лангепас, Радужный, Когалым, Ханты-Мансийск, Урай, Мегион. Среди муниципалитетов распределят 100 миллионов рублей. По результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления такую же сумму направят достигшим наилучших показателей – Ханты-Мансийску, Когалыму, Покачам, Белоярскому, Ханты-Мансийскому и Сургутскому районам. Комплексная оценка проводится на основании сводных индексов значений социально-экономических показателей, их порядка 40. В частности, учитываются открытость бюджета, долговая устойчивость, эффективность управления муниципальным имуществом, качество планирования и формирование собственной доходной базы. Особенность бюджетов, понимаете, она в том заключается, вот местных именно бюджетов, в том, что очень высока доля расходов на социальную сферу. У нас активно развивается инициативное бюджетирование, оно привлекает, позволяет нам привлекать средства на реализацию как раз вот таких проектов, которые и инициируют жители, и которые направлены на, в первую очередь, удовлетворение их потребностей, их запросов. У нас активно применяются такие инструменты, как муниципальное частное партнерство и концессии. То есть они тоже позволяют с помощью средств инвестора рассредоточить нагрузку на бюджет. Ну вот это все работает в комплексе. Территории призеры рейтинга смогут использовать гранты по своему усмотрению. Сургутский район направит средства в бюджет развития. Именно его ресурсы используются для решения жилищных вопросов, строительства объектов социальной, культурной, спортивной направленности и их оснащения, капитальные и текущие ремонты. Совокупная сумма, которую получит муниципалитет, войдя в тройку лидеров двух окружных рейтингов, равна стоимости полноценного спортивного корта. Так что участие и лучшие показатели в таких межмуниципальных соревнованиях не только вопрос престижа, но и экономическая выгода. Второе место за эффективность органов местного самоуправления – 22 миллиона рублей. Второе место за бюджетную эффективность – 16 миллионов рублей. Вот на круг 40 миллионов рублей. Это хоккейный корт. Из 22 муниципалитетов Югры быть вторыми – это неплохо. Тем более мы стабильно занимаем там первые строчки в этих рейтингах. Ну что, работа, ежедневная работа. Планирование и контроль результатов, я бы так сказал.